19 октября было подписано соглашение о передаче 100% акций маркетплейса «Казан-экспресс» сети розничных магазинов «Магнит». Будет сделан ребрендинг. Из-за нового владельца название изменится на «Магнит-маркет», но, по словам сооснователя и генерального директора «Казан-экспресс» Ленара Хуснуллина, никаких резких кадровых изменений не будет. Он отметил, что уже намечены планы на дальнейший год о построении совсем нового федерального маркетплейса. Планируется открытие новых точек не только в Республике Татарстан, но и в других регионах России, включая Санкт-Петербург и Москву. Конечно, сделка грандиозная, сделка историческая. И здесь нет проигравших, нет выигравших. Здесь сделка для всех одинаково интересна. Конечно, когда объединяются такие игроки, мы сразу наблюдаем синергетический эффект. Да? Поэтому что? Какие плюсы приобретает «Магнит»? Прежде всего, «Магнит» приобретает доступ к онлайн-рынкам. Причем безграничным, я имею в виду в ресурсном плане. Да? То есть это отработанная бизнес-модель. Бизнес-модель, которая себя показала на 25% территории России. Казанский маркетплейс еще с 2022 года оставался в подвешенном состоянии. Очень показательная ситуация получилась с увеличением количества селлеров на российских маркетплейсах. Если брать в расчет исследования аналитиков сервиса .Marketplace, то у «Казан-экспресс» количество новых продавцов увеличилось только на 7,4%. Для сравнения, за этот же год у «Сбермегамаркета» количество продавцов увеличилось на 120%. Немаловажную роль сыграла и маленькая прибыль – всего 22 миллиарда рублей. По словам аналитиков, этого недостаточно, ведь до этого ежегодно прибыль увеличивалась на 600%. Здесь мы имеем какие плюсы для «Казан-экспресс»? Безусловно, это выход на те регионы, которые не были охвачены. Это регионы Москвы и Санкт-Петербурга. А плюс ко всему, мы прекрасно понимаем, что это очень удачная модель для вообще выхода на федеральный уровень. Потому что для «Казан-экспресс» это была достаточно проблемная зона, и фактически это очень на руку сыграет участникам данной сделки. То же самое получает «Магнит». Что получает «Магнит»? Отработанную бизнес-модель, хорошие логистические каналы, отработанный персонал. То же самое получает «Казан-экспресс». Они получают доступ к аналитикам «Магнита», которые, мы прекрасно понимаем, «Магнит» очень хорошо представлен в региональном плане. И мы, конечно, понимаем, что «Казан-экспресс» в чем минус, это то, что убирается привязка к нашей территории. Сеть розничных магазинов «Магнит» и «Казан-экспресс» запланировали уже несколько проектов по улучшению доставки в регионах. По словам Ленара Хуснуллина, у «Магнита» хорошая и сплоченная команда, с которой приятно будет работать в дальнейшем над новыми проектами. Главный офис будет также находиться в Республике Татарстан. Николай Суховский, Александр Кузнецов, Универньюз.